нож от компании Нажимир, модель C165. Поставляется в картонной коробке. В комплект к нему входит также нейлоновые ножны. Такая интересная ткань, довольно крепкая, напоминает кордуру с брендингом компании. Сзади имеется петля для ношения на поясном ремне, например. Нож довольно крупный, довольно тяжелый. Масса 290 граммов. В разложенном состоянии его длина будет практически 300 миллиметров, 270, если быть точнее. Длина клинка 118. Клинок из стали 65Х13. Толщина обуха 2,5 миллиметра. Замок здесь бэклок. Старая проверенная схема. Сзади имеется кнопочка, с помощью вы и освобождаете лезвие ножа. Накладки. Стабилизированное красное дерево. Это дерево, которое пропитывается в специальном полимерном составе и после этого имеет внешний вид дерева и эксплуатационные характеристики пластика, что очень хорошо, как мне кажется. Нож недорогой, массивный, приятный будет, наверное, резать. Прежде всего рекомендуется для туризма.